Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2 Темные дороги. Вот так вот, я немножко, кстати, себе ролеечку подкачал. Совсем маленечко, ребят. Там турбо, по-моему, если не ошибаюсь, я качнул. Нифига там. Воу-воу-воу-воу. Давай, вытянул, молодец, красавчик. Но нам расслабляться рано, потому что... Потому что враг там охрененно идет просто-напросто. Ну что, как, выкусили, да? Нифига там. Вот это вот, на таких колесах еще крутых. Так, ну ладно, все равно первая победа за нами. Давай-ка мы с тобой не будем расслабляться. Нам сейчас не до расслабухи, если честно. Да почему я стартую-то так фигово? Хуже всех. Кто там, жабаненок? А, Женни Бэк. Вот на этой штуке Женни Бэк какой-то едет. Я не знаю, кто такой Женни Бэк. Но мне надо как-то, друзья мои, этого Женни Бэка сделать. Я сделал! Я сделал, ты понимаешь? Вот так вот. Спенсер, фигенсер. Щух. Я прям победу, ребята, потом крови тут заслуживаю. Опа! Отлично, хорошо, я же думал, сейчас разобьемся. Ну, пришлось уже, пришлось. Хотел дать по тормозам в последний момент, но... Ха-ха, тихо, вот здесь вот... Воу! Е! Ну что, выкусили, лопушки? Ха-ха-ха, будете знать. Да, друзья мои, первое место, круто же. Конечно, круто, я могу эту штуку сразу открыть? Да. Ну, достается нам с тобой 2250 монет. Ну, это управление там подобное. Ну что, раскисать не стоит. И у нас кубок шахты — это подземелье. Естественно, ну как же без подземелий. И как всегда, старт очень-очень паршивый. Что-то мне эта трасса очень знакома. Куда ты так взлетела-то у меня, а? Дорогуша. Да ты посмотри, а. Мне кажется, это просто я как смертник какой-то. Но, тем не менее, смертник не смертник. А ролейку я тут все-таки обогнал. Нифига там чувак на баге. Красиво вырвался, красиво, не поспоришь. Так, чувак на ролейке. То есть мы тут... Да почему меня вот так закидывают? Почему его не закидывают? Я никак не могу туда понять. Так, у меня облегченная версия, но слишком поздно, друзья мои. Слишком поздно у меня стал облегченная ролейка. Опять этот, опять. Я смотрю, у него постоянно так вот получается, что он вырывается вперед. Да и фиг с ним. Давай, 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 давай. Встань ты на колеса, главное. По-моему, я буду первым. Да, ребята, первым. 7 очков, как с куста. Ну что, откроем сундук. Ну, сам видишь, магнит, дым-ускоритель. Ну что, у нас кубок по скоростному спуску. О как. Ну что, ой, ё-моё. Так, ну у меня вроде бы колеса нормальные, да? Как раз для скоростного спуска. Ну, еще плюс крылья. Фига там чувак улетел. Ну, там явно у него... Я не пойму, у меня что, колеса нифига не зимние, да? Да-да-да-да-да, я уже понял. Иди ты... Блин, последним. Как обидно, ребятка. Последний приехал. Да как этот старт-то сделать нормальным? Я не... Оу, щет. Да-да-да. Вырвались, вырвались. Ой, тихо ты. Ну ты сам видел, да? Тут вообще, ребята, чудом просто каким-то... Чувак там залетел. Куда-то на ледяную стену пополз. Да, это, конечно, жесть. Действительно, какие-то крутые
спуски просто. Оу-оу-оу. Ёп! Да ну! Да отойди ты, тракторист, ты вшивый! Вот это я трюкач, ребят! Вот это я сейчас выкрутился! Ну ты сам видел, это просто чудо какое-то было. Просто, друзья мои, чудо. Так, открыть их сможем? Ну, понятно, деньги. Так, крылья, амортизаторы и колесный. Что у нас там дальше идет? Трасса Била, горячий асфальт. Да, что-то я... Оу! А сзади тоже ролика едет, посмотри. Не, по-моему, у меня здесь и движок слабый. Не такая сильно прокачанная машина, ребят, поэтому... Для этой трассы у меня машина оказалась слабее. Именно по прокачке проехал идеально все. А что это за машина такая, вот эта вот едет? Опа, мой облегченный вариант, да? Без крыши. Проверим. Да, ребята. Как только крышу у тебя сносит, все, ты чуть ли не топом сразу становишься. Ну ты посмотри, что творит, а? Корита этот. Что у него за колеса, извините меня, ребята, я даже не понимаю. От какой-то как телеги. Тут он сделал, блин, был бы у меня движок здесь прокачан по полной программе, я бы вот мог бы порвать спокойненько, причем. Так, ну что, можно двигаться дальше. Но знаешь, что я хочу сделать? Я хочу получить следующий, ребят, вот этот второй класс у нас. Я хочу следующий получить. Вот, поедем с тобой в лесу. Пропускаем, будем зарабатывать здесь. Поеду на ролике, потому что у меня до этого был рекорд поставлен именно на нашем дизеле. Так, мне сколько нужно? 2 километра проехать, да, по-моему, если я правильно все понял. Так, пока все нормально. Как бы тут особых проблем не должно быть. Так, окей. То есть все? Нет, подожди. А, ну вон там рекорд. Да нет, не показан тут рекорд. Хотя вот сейчас показали какой-то рекорд на красной тачке. Я здесь ехал, рекорд побил я этот. Значит, получается, мы сейчас будем новый бить. Давай-давай, запрыгивай, отлично. Ну и заодно немножечко денежек заработать, чтобы ролиечку мне еще прокачать чуть-чуть. Будет вообще крутенько. Бензинчик взяли. Так, вот здесь не надо. На эти бревна, ну их нафиг. На него можно попасть и перевернуться. Поэтому как бы обойдемся без него. Тут, оп, блин, ладно, фиксим, бензин не успел взять. Надеюсь, там будет следующий бензинчик где-нибудь. Блин, бензинчик-то был, ребят, ну-ка. Лучше здесь взять, потому что фиг знает, где там следующий появится, согласись. Может, через такое расстояние, что я просто не смогу. Оу-оу-оу-оу-оу. Алмаз. Мы победили
рекорд какого-то там алмаза. Я хочу просто получить уже следующую ступень. Ну, ты понял, да? Про что я говорю. У меня сейчас вторая, я хочу взять третью. Так, тихо, ты не перевернись, пожалуйста. Так, ну мы с тобой уже, смотри, на третий километр идем. На третий километр, то есть 2 километра 400 метров уже проехали на данный момент. То есть еще продолжаем ехать. 36 тысяч монет у нас в данный момент. То есть на один апгрейд там какой-то липовый хватит. Так что нормально. Здесь спокойненько преодолеваем вот эти все подъемы, как ты видишь. Да, Ролика действительно, ребят, крутая машина. Она, конечно, еще не полностью у меня прокачана, но вот на данный момент, что вот есть какая прокачка, ты сам видишь ее офигенные результаты. Так, ну что, 3 километра мы с тобой уже взяли. То есть я как бы считаю, что это нормально. Блин, горючее на... Не успел, ребята, подобрать, пролетел. Вот, кстати, из-за горючего можно и сфейлиться, если честно. Вон, 40 метров. Не надо газовать. Взял, успел. То, что в воздухе, когда он маневрирует на крыльях, топово то, что можно подстроиться, как тебе приземлиться. Это, конечно, круто. Возьмешь? Оу, ничего себе. Ну, взял. Взяла моя машиночка эту высоту. Не сказать, что прям легко, но взяла. Так, тут еще круче какой-то у нас. Оу, тебя чуть не перевернуло, родная моя. Так, бензин где-то тут. Взяли. Ты посмотри, мы уже с тобой 4 километра взяли. Все, 4 километра взяли, отлично, едем дальше. Сейчас мы еще бензин подберем. Взял, да? Шикарно. То есть в данный момент это абсолютный рекорд у меня на этой трассе. 4,5 километра. Так, мне горючее надо. Взяли. 40 тысяч монет уже насобирали. То есть, мне кажется, я перейду на третий уровень. О, нормально. Фу. А можно было бы там упасть, я так понимаю, в воду, и все, и тю-тю. Пиши, пропало. Блин. Это, друзья, была подстава. Горючее. Они поставили горючее. Оу! Да. Они поставили так горючее, что мне его просто никак было взять, к сожалению. Ну и здесь мы его не видим, поэтому... А оно только вон, через 30 там с лишним метров. Хотя, может, докатимся? Докатились. Прикинь, докатились, друзья мои, мы до горючего. Продолжаем наш путь, уже 5 километров. Оу, ноу. Так-то и вылетел. И вылетел еще из этой машины, так еще показали. Да, мы с тобой берем здесь, по идее. Угу. Исследователь. Оу, новый костюм водителя, шляпа подводника. Прикинь. Новые достижения. 1000 опыта. Круто. Что я мог сказать? Рейд, жарить секунду, так, 77. Можно поменять вот сам, но самому, пожалуйста.
Звонки мне сплю, чтобы тебе помочь. Спасибо тебе, Миша, спасибо, Мишаня. Называемый подписчик Миша. Первым покажешь, положишь зачесом, добавляешь 7 железом. Понял, понял, все, понял. Без начеса. Так, это, что я хотел? Что это у нас тут? Гонка, что за гонка, ребят? А? Так, вот на вот этом я должен ехать, вы серьезно? Да вы издеваетесь. Блин. Я на этом... Нет, ребят, это трэш. Нет, это трэш. Я не буду здесь участвовать. Я не хочу просто. Просто не хочу. Только лишь потому, что там, извини меня, мне дали такую говнотачку, на которой я просто ничего не смогу сделать. Ну что, продолжаем с тобой зарабатывать кубки. Фабричный кубок у нас здесь. Оу. Сцепление, кстати, сцепление тоже нормально, ребят, будет. Ну, и дальше нам нужно 50 тысяч накопить. Надо, кстати, посмотреть, может быть, там что-то можно. Раз уж машин, на машину не хватает, может быть, там есть, как бы это объяснить тебе, другие улучшения. Ну, например, прокачать колеса, да, или там, например, прокачать крылья. Хотя там тоже такой ценник. Yeah. Но тут быстро, тут легко, потому что трасса была практически прямая. И проехал вообще. Я не знаю, здесь нужно мне вот эту зеленую выжидать или не надо? Я знаю, что если бы у меня была турбина, да, там идеальный старт, все понятно. Но здесь я от этого не вижу, честно говоря, никакого толку ловить себя на зелененькой. Так, аккуратно. Да, первое место. Я имею в виду вот здесь, вот зеленый, когда спидометры. Мне кажется, нету толку, да, вылавливать вот здесь вот. Или есть? Вот это зря, 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 Рей. Ну, ё-моё, ну дуралей. Он и в Африке дуралей. Но, тем не менее, первое место. Так. Красненький мы уже накопили с тобой. Слушай, 5 тысяч нормально, и здесь. Ну и тут зарабатываем еще пару тыщенок. Так, я хотел, знаешь, что, в гараж зайти. А, можно же здесь. Ну да, сколько стоит? О, бесплатно. Это ускоритель мощности для колес. Сцепление по снегу, сцепление. Давай, наверное, прокачаем. Ну, ускоритель, вот, плюс 18. Так, чуть-чуть не хватает, да? Оп. Еще, говорит, повысить. Давай, повысим еще. Ну, а эти сколько? 7 тысяч. Кстати, могу повысить тоже. 140 есть же, да? Опа, 25 уровень. Ну, естественно, нужно прокачать. Так, металлолом. Ну что, ребят, вперед и с песней. Кубок претендентов, гонка по амбару. Фига там ниндзя. Воу-воу-воу-воу. Фух, успел вовремя немножко приспустить скорость. А то бы сейчас врезался бы. Ну, как с куста, бедные дохлые коровы. Такие они сами сильно похожи. Но здесь мы с тобой нормально проехали. Опять же, радоваться пока не стоит. Так. Ай, слишком сильно, да, приземлился. Ладно, фиг с ним. И финиш. Замечательно, первая позиция. Так, это уже у нас с тобой 6 очков. Пусковая шахта. То есть, вы хотите сказать, но здесь не может быть шахт. Опа, нифига. Ты видал? Что этот малыш там делал?
Ну вот эта трасса, ну прям, ребята, вот рождена для ролейки. Вот прям вот создана именно для нее. Прям вот едешь, одно прям удовольствие. Как говорится, дымом им поливаешь. Так, открыть можно же, да, ведь? Ну, 2,5. Все нормально. Ребята, остается совсем чуткая. Блин, жалко, что мы не можем вот постоянно здесь копить, 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 копить с тобой, да? Только один раз можно красный сундучок. Так, а что у нас там? Блин, просмотрел. Оу, горный кубок через горы. Ну да, не очень я люблю, конечно, ребята, эти горы. Чего уж тут говорить. Так, не пойду я наверх. Да, вот здесь вот лучше. Лучше потихонечку, да лучше. Фига там, чувак, на этом. Как это назвать-то? Ну, я второй, да? Второй. Как его назвать-то? Ну, короче, на грузовике. Дюма. Опять. Так, КМ, да? 2-2 или как он там? Я думаю, все поняли, о чем я. Если бы мне крышу бы снести, на машине я имею в виду. А то сейчас подумать себе крышу. Я бы, естественно, бы сразу бы прибавку к скорости бы получил бы. И вообще бы тут нормально ехал. Но, в принципе, и здесь было неплохо, ребят. Так, 5 очков. Я смотрю, у этого у Демы тоже 5 очков. То есть мы как бы с ним будем сейчас делить, по сути, призовое место с Демой. Я лопухнулся, ребята. Я лопухнулся, плохой старт у меня был. Они все поехали понизу, я как дурачок поехал поверху. И по итогу потерял скорость. Серьезно? Ну все, ребят, это фейл. Это фейл, к сожалению. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Да. И в итоге второе место. Ну вот, болотистая дорога. Давай теперь посмотрим, что у нас на дороге на этой болотистой выйдет. Что у нас получится. По идее, должно получиться очень даже хорошо. Хотя Фокс Вилтл такой, смотрю. У него там все с турбинами все связано. Замучено, закучено, смотри. Мне пришлось подниматься, а он просто перелетел это все. Блин, ну, ребят, я не знаю. Что случилось там? Он ехал первым по итогу. Вообще даже не приехал. Не знаю, как такое может быть. Да отвали ты, а. Оу, ладно, я вот так вот. Тут я его, конечно, круто обманул, да? И первое место мое. Шик и блеск. Но, судя по всему, еще одна гонка будет, да? Да, еще будет одна гоночка у нас. Фокс, вали. О, зря, зря, зря. Нифига он там. Да ну, блин. Так, по-моему, один там вырубился, ребят. Ну, первое место мне обеспечено. Этот лопушок. Че? Опять перевернулся. Ну да. Я думал, что я вторым приеду, я приехал этим. Ой, третьим, первым. Все, друзья мои, все. Первое место. И бам-бам. 3000, оп, в копилочку забираем. Так, 6000 кубков. 6000 кубков, друзья мои. Ну-ка. 2,5 зимние дым ускоритель. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, сегодня. А что это такое вот это вот? А, ну это понял. Сегодня мы с вами, наверное, закончим серию. Но в следующей обязательно продолжим. Я уже, наверное, возьму все-таки 6000 кубков. Плюс, я смотрю, там эпические детальки будут, да? Две находиться. Ну да. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.